Пленных брать не будут. Война до победы. Донецкая Народная Республика требует от украинских силовиков уйти за пределы области. Диверсионные группы для уничтожения армии и военной техники в полной боевой готовности. Об этом сообщили представители провозглашенной ДНР. Вчера официальному Киеву поставили ультиматум. За сутки остановить карательную операцию в Донбассе и отозвать войска. Срок истекает сегодня в 9 часов вечера. Если требования не выполнят, ополченцы перейдут в наступление. В ДНР также добавили, что сил для противостояния хватит. Создана народно-освободительная армия. Численность более 10 тысяч бойцов. И хочу предупредить, что если в течение нескольких часов от Донецка не будет отогнана военная техника, бронированная, личный состав и так далее, я за свои действия не отвечаю. И мне уже не важно будет там срочники, молодые пацаны по 19 лет, или пожилые профессионалы. Все будет сожжено и уничтожено. Разведгруппы диверсионные у меня уже есть. Тяжелое вооружение есть.